Еще один из уникальных запатентованных продуктов – это хронолон. Кому его пить? Тем, у кого начинаются проблемки с увяданием женской красоты. Всем, короче, после 35, давайте я так подробно вам расскажу. У кого уже после 50, он уменьшает приливы. Он вообще содержит женские гормоны растительные, которые восстанавливают все биоритмы наши. То есть у девчонок, у которых проблемы с месячными, восстанавливаются месячные. У кого болезненные месячные, тоже становятся меньше. Приливы происходят гораздо проще. То есть, понимаете, вот это теперь я буду пить на постоянке. Это наша женская красота. То есть вот эта вот дряблость, которая начинает проходить, да, она будет уходить. То есть вот это поддержка, задержка нашей молодости. Да, то есть запечатали себя, привели в нужное состояние.